Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как ArtDeco Community. Итак, переходим на сайт artdeco.community. Что такое ArtDeco? ArtDeco – это платформа DeFi, вдохновленная Элоном Маском, которая воплощает NFT-митинг-даб для цифровых создателей, чтобы чеканить свои работы на NFT, а также рынок для NFT, где создатели могут зарабатывать деньги, перечисляя свои предметы коллекционирования на платформу децентрализованной плате, построенной на смарт-цепочке Binance Smart Chain. На сайте мы можем найти white paper, по которому мы перейдем и ознакомимся более подробно со всеми техническими деталями данной платформы. Публичная продажа будет проходить на Bounce Finance. Цена за один токен ArtDeco будет составлять 0.0003 цента. Мягкая крышка состоит из 150 токенов BNB. Жесткая крышка из 250 токенов. Так как и это платформа, построенная на цепи Binance Smart Chain, это означает, что низкие комиссии, более выгодная и скорость, не то что на эфире. Также указан адрес контракта данного проекта. Так, какие основные отличия данной платформы? Платформа ArtDeco позволит преодолеть разрыв между создателями традиционного искусства и блокчейн-технологией. Также эта платформа будет открыта и простой в использовании, даже для новичков. Работает на нашем улитарном токене ArtDeco, построенном на цепочке Binance Smart Chain, известной быстрой скоростью транзакций и низкими комиссиями. И платформа разработана с учетом простоты и безопасности для решения реальных случаев использования. Совсем уже скоро появятся новые функции, такие как децентрализованный автоматизированный рыночный обмен, предназначенный для обеспечения легкого обмена между любыми валютами, и протокол ставок, в котором пользователи могут ставить свои активы и получать вознаграждение, не упуская при этом потенциальную выгоду от своих активов. На сайте опубликована дорожная карта, где мы можем отчетливо видеть все будущие планы развития данной компании. ArtDeco – это основные функции, такие как держатели токены ArtDeco будут иметь возможность голосовать по вопросам управления, предложения и конкурсов. Также часть сборов платформы будет распределена между участниками ArtDeco. Вознаграждение за добычу ликвидности будет использоваться для ArtDeco будет использоваться для вознаграждения поставщиков ликвидности на бирже. Стейк ArtDeco для раннего доступа к эксклюзивным каплям NFT на платформе ArtDeco. Также можно будет сделать и ставку на ArtDeco, чтобы ранжировать высшее искусство NFT выше на платформе интеллектуальном сортировочном двигателе. И платформа будет использоваться для участия в еженедельном аукционе рекламных слотов NFT на собственном DApp-платформе. На сайте есть все необходимые ссылки в самом верху, документ, как купить, пресс-центр, дорожная карта, токеномика, где каждый может ознакомиться более подробно. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.